Многодетная семья и плохой план, как быстро разбогатеть. В Самаре судят закладчиков-наркоторговцев. На скамье подсудимых трое обвиняемых. Торговали запрещенными веществами через мессенджеры и онлайн-ресурсы в Самарской и Оренбургской областях. У одной из обвиняемых трое детей. Свои поступки закладчики объясняли тем, что им были очень нужны деньги. Сейчас двое из обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Еще одна подсудимая пока под арестом. Я, конечно, против, чтобы мне подбивали срок содержания. Потому что уже судебное заседание почти закончила, я дала показания. Я могла побить под домашним арестом. Подсудимые были простыми исполнителями. С организатором схемы, которого пока не задержали, они общались через популярный мессенджер. Роли в группировке были жестко расписаны. Добрынина закупала наркотики, затем передавала их Юлии Акимовой, для того, чтобы она их размещала в тайниках. Перевозил запрещенные вещества Сергей Ерцкин. Схема сломалась из-за элементарной неосмотрительности. Ерцкина задержали с наркотиками, и в его телефоне нашли координаты 98 схронов в Оренбургской области. Торговали закладчики с размахом. Сейчас в послужном списке группировки 133 тома уголовного дела. Подсудимые вину признали в полном объеме. К ходу предварительного следствия, так и судебного заседания, дали подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Подсудимым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Елена Малютина, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.